За декілька хвилин чекаємо в гості Євгенію Дулько. Поговоримо і побачимо в картинках про те, як повинна виглядати головна вулиця Миколаєва. Залишайтеся з нами. Отож, як і обіцяли, до нашої студії поспішає ранкова гостя, з якою поговоримо про те, як має виглядати головна вулиця міста Миколаєва. Євгенія Дулько у нас в гостях, менеджер проєктів Агенції розвитку Миколаєва. Доброго ранку вам. Доброе утро. Ну что ж, поговорим сегодня о том, как должна выглядеть Соборная улица. Уже очень долго постили всякую информацию в Фейсбуке, за этим мы следили. Было проведено множество и форумов, и общений между молодежью, между людьми, которые занимаются вообще рекламой. Теперь я так понимаю, что есть какой-то уже результат. Да, то есть это был наш партнерский проект Агенции развития Николаева с блогом, проектом «Архитектура Николаева». Мы с ней познакомились еще на Миколаев Urban Days, то есть в сентябре, перед днем города, и в принципе поняли, что у нас одни цели – это развитие городского пространства, это улучшение какого-то визуальной картинки нашего города, и в принципе подумали, что первый этап, и очень интересный и такой актуальный в городах сейчас Украины, это приведение в порядок, назовем это так, вывесок и информации на улицах, да, которые... Какие-то города лучше, какие-то хуже. В Николаеве, я бы сказала, это среднестатистическая ситуация, как во всей Украине, но мы сделали первый шаг, чтобы эту ситуацию улучшить, и как минимум первая основная улица города Соборная стала более такой привлекательной, комфортной, гармоничной с точки зрения визуального его представления. Ну и вообще может возродить ее архитектурный вид, какой-то облик. Который... Да, то есть мы же понимаем, что Соборная имеет определенный исторический контекст, мы его также анализировали, это первая часть той работы, которую мы делали, потому что понять, как она проектировалась, что там было заложено, какие, возможно, вывески можно использовать из того времени, да, на что обращать внимание. То есть для этого обязательно нужно проводить анализ, смотреть фотографии доступные там. Одним словом, не только архитектурой занялись, но еще тем, как сделать привлекательным для туристов город. Поэтому, потенциальных туристов. Да, все вместе, все в комплексе, это важно. Я предлагаю сейчас также посмотреть картинки, фото и прокомментировать их, чтобы наши зрители более детально их увидели. Это вот ситуация сейчас, да? Сейчас, да, это то, как выглядит это сейчас. Мы тоже, ну, не открываем Америку на данный момент, мы берем опыт уже некоторых украинских городов, которые в этом направлении проработали. Это Ивано-Франковск, это Винница, это Львов, Одесса. Преуспевают ребята. Вот. Мы же берем тоже лучшее от них, но приводим это в наш николаевский контекст. И наш документ уникален тем, что мы разработали по всей Соборной улице, по всей ее длине, непосредственно схемы размещения вывесок. То есть не как сами вывески должны выглядеть, а где и как они должны находиться. Вот сейчас мы тоже видим следующую, если можно, фотографию. Вот варианты. Да, это варианты. То есть есть типология вывесок, да? Какие есть типы вывесок, которые, скажем так, очень комфортно вписываются в архитектуру? Ну да, практически их незаметно, только для человека, который проходит рядом, а если смотреть просто на здание, то ничего и не портит красоту архитектуры. Следующую, если можно, фотографию тоже прокомментируем. Это примеры о том, что вывески мы в большинстве, наверное, представляли себе днем, но на самом деле вечерние представление вывески – это отдельная история и отдельное как бы, направление деятельности. И очень важно проектировать также ее с перспективой, что ночью она должна выглядеть не менее привлекательно, но и не сильно ярко, так чтобы это просто там бросалось в глаза. Ослепляло всех, кто идет рядом. А еще, если можно, следующие фотографии, там, где уже проекты, чтобы все мы увидели, вот этот проект, хотелось бы... Да, это так у нас будет выглядеть наши предложения по размещению вывесок. То есть, как вы видите, отработаны фасадные части и показано, где именно, в каких рамках будет органично смотреть вывеска. Мы не залазим на территорию предпринимателей, не залазим на территорию брендбуков, мы не говорим вот так только надо делать, нет. Это мы делали на хакатоне, у нас были там эксперименты, как бы мы предлагали идеи вместе с дизайнерами, но на самом деле мы оставляем всю творческую часть предпринимателям и их дизайнерам, маркетологам. Наша задача, чтобы общий вид домов, общий вид нашей улицы, общего пространства, да, он соответствовал каким-то нормам и стандартам. То есть наполнение, скажем так, уже за ними, а вот место размещение, конечно, уже рекомендуемое. Да. Поскольку сегодня будет проводиться вот такая встреча, презентация этой работы, потому что это будет в электронном виде презентована также еще такая книжка. Да. Что, кого еще, точнее, будете приглашать к себе и на кого все-таки, на какую аудиторию рассчитаны? Ну, мы сегодня проводим презентацию в выставочном зале в 16 часов. Приглашаем мы, на самом деле, всех, широкую общественность, СМИ, конечно, но акцент мы делаем на предпринимателях Соборной улицы.
улице, на дизайнерах, на тех, кто занимается рекламой, тех, кто занимается производством рекламы, производством вывесок, то есть те непосредственно заинтересованные стороны, которые в первую очередь, скажем так, уже могут начинать делать эту работу, менять вывески, проектировать новые уже с каким-то стандартом. Ну да, тем более, что вот буквально вчера смотрел, что некоторые уже заведения уже меняли на весну, на лето, поэтому я думаю, что те, кто еще не успел ничего поменять, могут сделать это уже по правилам. Да, надеюсь, это очень актуально будет, что мы для этого, мы сейчас выкладываем это в онлайн для общего обсуждения. Это не конечный продукт, это вообще продукт такой низовой, да, то есть мы собрались, у нас есть эксперты, мы проанализировали мировой и украинский опыт, выдали продукт, да. Сейчас это не решение, это не закон, это не правило, пока это не принято ни на каком уровне. Это предложение, которое для обсуждения. Мы посмотрим обратную связь, посмотрим, что скажут там предприниматели, посмотрим, как они на это отреагируют, и начнем дальше работать уже в направлении, как бы это вынести на какой-то городской уровень. Но начать соборное, это все-таки более, как это нам кажется, логичнее и на самом деле легче, потому что это быстрее можно реализовать. Одним словом, вы решили идти по методу Платона, обсуждать проблему, как она, и посмотреть на реакцию, а потом уже понимать, нужно ли принимать резкие движения и резкие действия. Конечно, хотелось бы, чтобы Николаев был похож хотя бы на Львове или на какие-то части Киева, где это и Винница, например, да, где на стеклянных площинах размещаются только буквы названия того или другого предприятия, либо заведения, соответственно, фасад не ничем не закрывается и не портится. Будем надеяться, что предприниматели возьмут во внимание эти рекомендации. А по поводу следующих действий, есть ли уже какие-то планы, может, публикация этой книги или еще чего-то? Ну, следующее действие у нас основное – это обсуждение. Но мы уже призываем, мы будем на пресс-конференции и презентации нашей говорить о том, что мы открыты для предпринимателей, то есть мы готовы бесплатно абсолютно, чтобы они к нам приходили, обращались в онлайне, в Фейсбуке, и мы им поможем спроектировать вывески на Соборной улице такие, какие они должны быть в будущем. Мы очень надеемся, что город примет правила, да, как рано или поздно это будет сделано, и Соборная будет урегулирована уже в таком, знаете, административном формате, то есть кто захочет, не захочет, но надо будет делать. Поэтому сейчас самое время начинать, и самые ответственные предприниматели уже начали, на самом деле, мы всегда акцентируем на конструктиве и говорим, что мы хотим поощрять и будем в этой презентации сегодня показывать хорошие примеры, которые есть, ну и, соответственно, плохие, которые тоже надо немножко как бы пристыдить, да, потому что, ну, надо понимать, что это общее пространство, оно должно быть по правилам, оно должно быть по общей договоренности, да, только тогда возможно какое-то вот, не знаю, приятное провождение всех вместе на этой улице. Да, потому что иногда идешь по Соборной и думаешь, боже мой, где же здесь дома, потому что одна реклама. Да, реклама, да, да, а где найти адрес, это один, кстати, к адресам мы, дизайн-код, это мы презентуем сейчас как дизайн-код, но это первая его часть, вывески одна из больших частей, но первая. Дальше мы хотим проработать дизайн-код и по указателям улиц, по навигации по улицам, так как туристическая, так и просто для горожан. Возможно, это можно говорить о разных цветовых гаммах самой соборной, да, о покрытии, которое, возможно, надо делать, не надо, то есть о озеленении. Это все входит в дизайн-код, просто мы начали с самого такого, наверное, больного и актуального вопроса. Да, которое затянется на долгое время, потому что с озеленением проще, с цветовой гаммой тоже. Поэтому будем надеяться, что все будет реализовано, поэтому будем ждать вас в студии. Ну а сегодня, друзья, в 16 часов приглашаем абсолютно всех прийти в выставочный зал, который находится на пересечении улицы Соборная и Никольская. Поэтому приходите, смотрите, делайте свои предложения, потому что все участвуем в том, чтобы сделать комфортное пространство для всех нас. Поэтому спасибо вам большое за то, что сегодня к нам пришли. Я нагадаю еще раз нашим товарищам, что сегодня спілкувалися с менеджером проекта в агенции Розетку Миколаева Евгенией Дулько.